Кодекс Республики Беларусь о браке и семье дополнен статьей «Соглашение о детях». Она подразумевает мирный способ урегулирования вопросов, связанных как с правами ребенка, так и с правами и обязанностями родителей. Нововведение поможет смягчить острые углы как в бракоразводном процессе, так и в отношениях между бывшими супругами. В этом соглашении родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения и воспитания отдельно проживающего родителя с несовершеннолетними детьми, а также порядок уплаты алиментов, размер алиментов, а также порядок выезда за пределы Республики Беларусь и иные вопросы в отношении воспитания и содержания детей, если это не противоречит законодательству и не нарушает прав и законных интересов детей. Такое соглашение должно быть заключено в письменной форме и нотариально удостоверено. Кроме того, есть еще одно нововведение. Оно касается раздела имущества супругов. Соглашение о разделе имущества может заключаться супругами либо бывшими супругами в отношении того имущества, в отношении которого не заключался брачный договор. Это соглашение также может быть заключено как в период брака, так и после расторжения брака, но именно в отношении имущества, приобретенного в браке. Несоблюдение нотариальной формы указанных сделок влечет их недействительность. Такие сделки считаются фиктивными.